Зашла и к нам беда в ментовской форме. Вообще-то дверь никто не открывал. Она для них всегда везде открыта. Нервы запачкались в крови, а с казначейством поиграли. Вовсю печатали рубли, а их все больше не хватало. Не прошла, куда-то там интуиция пробла, а адвокат до нитки обобрал. Спешит бюджет семейный свой поправить. Не каримся, а факты налицо. Купюры по стране давно гуляют. Домок уехал прямиком в музей. С него экскурсовод рассказ свой начинает. Общаемся лишь только по малявам.